С 9 по 12 октября в Сергиевом Посаде проходил патриотический медиафорум «Я горжусь тобой, Россия». Это второй этап 28-го международного фестиваля «Братина». На фестиваль приехали 130 человек, которые представляли 53 творческих объединения из 22 регионов России. В рамках фестиваля прошли профессиональные конкурсы, телерепортаж с колес, «Вы в эфире» и «Объектив». А кульминацией патриотического медиафорума стала церемония награждения победителей конкурсной программы. Гран-при завоевал телеканал ОТВ «Серпухов». В номинации «В объективе Россия» награду удостоен репортер 73 из Ульяновска. Номинация «Время подвигов» принесла призовое место телекомпании ТВ «Комсет» из Ступино. В номинации «Страна в зеркале веков» победу одержала ТРК «Таврия» Херсонской области. В номинации «Наши герои, наша гордость» приз достался донецкой телекомпании «Юнион». Приз в номинации «Моя Россия» отправился в Архангельск. А лучшим зарубежным фильмом признана лента авторов из Республики Беларусь. Очень много работ поступило, и это не просто было. Некоторые номинации насчитывали около 40 заявок. И очень трудно выбрать, когда примерно одного уровня работы, выбрать среди них главное. Я много видела документальных фильмов, исторических. Чем мне понравился вот ваша работа? Тем, что вы создали широкое полотно событий. Вы не только рассказывали о конкретных сюжетах истории своего города, а подавали это на фоне исторического процесса, событий и региона Московской области, и вообще всей страны. Документальный проект «Люберцы из века в век» тоже среди победителей. Коллектив телеканала ЛТВ получил специальный приз жюри за сохранение исторического наследия малой родины. Награду люберецкому телевидению вручил телеведущий, сценарист и писатель Михаил Марфин. Приятно, что нас отметили. Действительно, родина, она, в принципе, как бы вот говорят, там у нас малая, большая, но она общая. А когда еще это касается истории, которую, как вы правильно говорите, в принципе, переписать можно как угодно, каждый как захочет. Но свою-то историю переписать невозможно. И самое важное, если мы будем переписывать историю, то мы никогда не напишем новую историю. Фестиваль «Братина» стал одной из визитных карточек Московской области. С каждым годом число участников становится больше. Этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Луиза Егиазарян, Николай Пивненко, Максим Олешников, телеканал ЛТВ.